Всем привет, с вами Greenite, и мы продолжаем Planet Zoo. Что же, давайте новых животных завезем, тропических. Кого бы сегодня нам затащить, кого я еще вообще даже не смотрел. Ни в одной из... Точно. Тигры. Гигантский так сибирь. Нет, бенгальский тигр. Вот, да. Тропики, отлично. Давайте про них почитаем. Ну, естественно, с превьюшки вы и так поняли, кто будет, а я-то только придумал. Бенгальский тигр обитает в Индии. Животное легко приспосабливается к самой разной среде. От степей до манговых лесов. Мангровых. Тигры предпочитают охотиться на крупных жертв. Коз, оленей, коров и других копытных. Бенгальского тигра легко узнать по ярко-оранжевой шерсти с коричневым или черным, с коричневыми или черными полосами. Большой голове, мускулистыми конечностями и большим зубам. Этот вид находится под угрозой численной живых особей в дикой природе продолжает снижаться. Основную опасность для бенгальских тигров предоставляют браконьеры. Животных постоянно убивают ради меха, а также частей тела, используемых в народной медицине. Крестьяне нередко истребляют тигров ради защиты своих стад, несмотря на то, что лишь немногие тигры охотятся на домашних животных. Многие страны участвуют в борьбе за сохранение бенгальского тигра и берут под охрану ареалы его обитания благодаря индийскому проекту «Тигр». В районах со значительной популяцией этих животных образованы племенные заповедники. Подрастая, тигры покидают густо заселенные сородичами регионы и находят собственную территорию. Это помогает расширить их ареал. Какое-то время эти меры способствовали восстановлению популяции, но теперь, к сожалению, она снова начала сокращаться. Ясненько. Так, тропики, лесен лес, луга. Пойдет, хорошо, как раз наш зоопарк, все прочее. Хорошо, что я снял игру, а то там 6 каких-то этих опять. Ну, я, скорее всего, знаю, кто и что. 705 квадратов. Ну, у нас примерно все вольеры такого размера. Плюс-минус. От перелезания. Понятненько. Так. По одному. Это понятно. Социальные потребности. Бенгальские тигры убежденные одиночки. Исключением являются лишь матери с детенышами. В естественной среде обитания тигры вступают друг с другом в контакт исключительно с целью спаривания или борьбы за самку. Целыми днями они охотятся и патрулируют свою территорию. Размер которой может достигать 100 километров. 100 квадратных километров у самцов и 20 километров квадратных у самок. Забавно. А самцы тигров находят самок по запаху и царапинам на деревьях. Если самка оказывается восприимчива, тигры спариваются, а после расстаются. После трехмесячной беременности самка рожает от 1 до 4 тигрят. Тигрицы приступают к обучению детенышей охоте, когда те вырастают до 3 месяцев и уже могут покидать логово. Тигрята остаются с матерью в течение 2-3 лет, а затем уходят на поиски собственной территории. Ясненько. Ну, что у нас? Для них у нас все выучено. А что, по чем у меня? Были уже, что ли, тигры? Бенгальские тигры. Тут и еда, и все выучено. Серьезно? Так. А сибирский тигр у меня был? Вот бенгальский, скорее всего, у нас был. Где-то, когда-то. Не помню. Ну да ладно, пускай будет. Но сибирского нам сюда точно не вариант. Для него здесь слишком жарко. Давайте закупим. Так, туда ткнул. Естественно, сбросить. И бенгальский тигр. Ну, как всегда... Эта фигня не хочет работать. А можно мне фильтр применить, пожалуйста? Спасибо.
Ох, ешкин. Так, цена от самых... Так, сколько у меня? У меня 4... Угу. Еще бы эта фигня вообще выделялась бы. Было бы вообще замечательно. Да ты издеваешься, что ли, или что? Тут ты смотри. Так, ну вот этот хороший, давайте его возьмем. Возьмем, сказал. Спасибо. Ой, ужасно. Ой, как ужасно. А, так, ну, естественно, самочку нам надо одну. Ну, разработчики, наладьте всю эту дрянь, ну, серьезно. Ген фертильности. Ну, как-то такое себе, если честно, ген размера. Тоже такое себе. А, ну это от разрабов. Понятно. Ну ладно, возьмем. А там, может быть, потом что-нибудь и вырастет. А, кто у нас здесь? А, ну это понятно. А, на этих внимание. Я не знаю, то ли им вольер большой, то ли что, сколько. Вот сколько вам квадратов? Ой, ну, да. Скорее всего, большой вольер. Ладно, не страшно. Возможно, в скором будущем зоопарк как бы, ну типа закончится вот этот именно, и может быть начнем какой-то другой, а там уже что-нибудь придумаем. Так, по местности, ну в принципе вот здесь можно. Thank you.
Ну вот как он немного, но он может перепрыгнуть. Ну блин. Но зато красиво. Зато красиво. Что у нас еще есть из деревьев? Есть такое дерево. Есть вот такое. Ну, вот такое, кстати, можно еще куда-нибудь вот сюда. Ага. Это у нас что? А, это у нас это дерево. Так, ну ты тоже у нас, наверное, на кустик пойдешь. Где-то вот так, да. Ой, как красиво получается-то. Какие-то такие, что-то неохота. Бамбука еще бахнуть. Бенгальский бамбук. В роли куста вот так вот их. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Иди сюда. Даже красиво. Растительность такая хорошая здесь. Так, а к поверхности, естественно, давай. Дать сразу. Блин, нет, сильно большой тоже. Вот, такой хотя бы. Блин, я ж тебя утопил. И две убрал мне, зараза. Как-то вот так вот сейчас сделаем. Блин, не. Ладно, туда мы какой-нибудь камень поставим. Нет, здесь ты не в тему вообще. В тему будет, наверное, вот... Нет, тоже не подойдет. Тоже не то. Вот, можно. Вот, да. Блин, убери с поверхности. Еще разок. Вот, как-то так. Блин, там деревяшка мешает. А, я, кстати, знаю, как можно сделать. Вот. Вот иди сюда. Вот так вот. И здесь я также думаю, сейчас сделаем. Блин, где там, что за поверхность такая? Ага, понял. Да, вот так, чтобы у них побольше укрытия было. Хорошо. Это они там у нас будут прятаться. Теперь им что-нибудь напожрать. Давайте-ка так. Что у них? Тыква. Тыква. Давайте куда-нибудь ее... Тыкву сюда поставим. Зебру. Ну, наверное, сюда куда-нибудь. Или... Нет, зебру давайте вот сюда. Так, что им видно? Блин, нет. Плохая обзорность, мне кажется. Это здесь у нас тыква. Ну, давайте вот сюда, да. Куда-нибудь. Да что ты так криво ставишься, господи. Вот так вот поставься и не выпендривайся. Мясцо где-нибудь... Да, вот здесь вот под деревом где-нибудь поставим сейчас. Так. Ну, наверное, да, вот так пускай стоит. В принципе, сильно она не сломала. Вот так вот. По игрушкам. Так, чесалка.
Чесалка, куда бы тебя поставить? Давайте куда-нибудь вот сюда ее. Сильно не сломала, хорошо. Типа вот мешок с игрушкой. Куда-нибудь вот сюда, наверное. Блин, дорожку бы по-хорошему опустить. Что они как-то вот... Я сюда вот подошел, да? А, ну в принципе я вижу, да. Запах крови куда-нибудь сюда поставим. А, купаться, ну нет. Когтеточка. Вот когтеточку можно вот сюда даже поставить. Она бы еще мне ландшафт не ломала, было бы вообще замечательно. Ну-ка, сглаживать ландшафт. Ну, такое себе. Да, чтоб тебя. Ладно. Давайте вот сюда куда-нибудь. Ну, пускай, да, вот здесь стоит тоже. Возле воды. А, это мы сделали. Остальное мне не надо. Кубик. Ну, пускай еще кубик гоняет. Кубик, кубик, кубик. Куда-нибудь вот сюда его поставим. Так, теперь мне нужны камни. Тропические. И мне нужен вот... Нужны вот такие. Идешь сюда. Как-то так... Так. Ну, типа того. Типа того. Наверное, так оставим. Так, что у нас здесь? Вылазит. Здесь уже не вылазит. Хорошо. Как-то так оставляем, значит. Опять идем. Ставим сюда. Где-то здесь. Наверное, сделаем все же. Привязка к поверхности. Давай. Нет. Нет, не давай. Ты не так, как я хотел. Ставилась. Типа, ну, типа, пускай так. Сейчас мы немножко еще повернем. Немножечко приподнимем. Куда-нибудь вот сюда вот уберем. Вот, идеально. Что у нас? Так, в принципе, тут нормально. Здесь бы я камнями бы тоже заставил, наверное. Вот как-нибудь вот так. Да пофиг, что они выглядят одинаково, кто там особо-то всматривается. Чуть-чуть поповорачиваем их для разнообразия. Чтобы уже наверняка, что они точно не залезут. Так, как-нибудь вот так. Сейчас здесь у нас будет вот так. Здесь опустили. Здесь тоже. А здесь, чтобы не казалось, что оно в воздухе висит. Как, господи, сильно поворачиваешься. Так, надо будет проверить на
на пролаз. Сюда. Ага, может залезть. Где? Вот здесь. А теперь... Я маленько не пойму, где он может залезть. В смысле, ты откуда залез? Экстренный отлов, ладно. Ты где залез-то, дурачок? Вот здесь, что ли? Тогда я сейчас просто подниму этот камень нафиг. Вот так вот высоко, и все. Ты иди ты сюда. Вот здесь можешь залезть? Серьезно? Еще выше, что ли, надо? Давай-ка, показывай. Да, серьезно, в смысле? Или здесь? Так, чтобы не это. Вот так вот. Угу. Видишь, они могут они залезть. Ничего вы не можете. Я не разрешаю. Так, господи, ты где залезть-то можешь? Я не пойму, где он может залезть. Мне просто надо, чтобы он показал, а там уже фиг он залезет куда. А, ну давайте вот здесь. Блин. Так, господи. Давай-ка ты мне покажешь, где ты можешь залезть, дружок. А я... Я посмотрю. Ага. Я вижу. Я понял, где ты можешь залезть. Сейчас не сможешь ты сюда залезть, зараза. Не-не-не, дружочек, даже не думай. Значит, тут камень тоже еще приподнимем. Вот так вот. Ну-ка. Вернись обратно. Куда ты? Не-не-не-не. Да ты смотри, какие, а. Так, вот здесь вот они могут запрыгивать. Так, как же вас тогда это? Засранцы, а? А, я знаю. Сейчас мы все... Поправим. Видишь, они решили тут попрыгушки устроить. Черта с два. Как бы, ну, неестественно. Но... Что поделать, если они такие хитрожопые засранцы, а? Все, отлично. Как-то бы это поправить, чтобы оно выглядело немножко. Мы чем-нибудь, кстати, закроем тогда здесь. Мы что-нибудь сюда из растений. А может бамбук сюда вбахать просто? Нет, он сильно широкий получается. Ладно, не суть важно. Ага. Скоро маленькая горилка будет. А, что? У нас и строительство, по-моему. Блин, дождь, ты вообще не в тему. Так, брызги воды. Так, вода. Мне просто надо как-то это дело вот организовать. Или сейчас мы посмотрим. Что есть что.
А, ну или как-то вот так. Где-то. Ну, где-то вот здесь, да. Так, это понятно. Да, вот так вот. А, водопад вершина. Так, ага. Да поднимись ты, Господи. Ну, я не супер строитель, но попробую сделать что-нибудь о пороге. Нет? Вот, да. Так, нет, подожди. А... Это что? Нет, а... Нет, не пороги. Вот этого, да? Ага, то есть мне надо повернуть. На 90 градусов. Ой, это вообще какая-то фигня получается. Ну, типа, ну-ка. Не, это фигня вообще. Ой, это строительство так. Вот, вот так тогда. Это что у нас? Среднее. Подножие, эффект среднее, 10 метров. Так, уберись. Ага. Как-то вот так думаю. Ага. Еще чуть-чуть. Ну, думаю, как-то вот так. Не супер, но уже хоть какое-то разнообразие. Так, еще кое-что я хотел. Это, наверное, вот это дело. Чтобы, ну, волны типа были. Да, они очень нужны. Вот, да, уже похоже на правду. Откуда он там бежит, никого не должно волновать. Так, что у нас? Тревожка. Стресс. Прошина. Причину понял. Ты у нас кто? Взрослая. 4-2. А, ну ты один испытываешь стресс. Сейчас мы будем смотреть. О, так, ты что у нас? Ты очень старый. Ты очень старый. Я понял. С вами я ничего сделать не могу. А тебя я, наверное, отправлю. А вас сколько здесь взрослых? Три. Ты. Ты. Так, ты. Где еще один? Где еще один ползает? А, так, вольер. Где у нас? А, ты большой, что ли, уже? Да, смотри-ка. Он считает себя большим мальчиком. Или девочка там была, не знаю. Не обратил внимания. Ну, допустим, эту проблему мы решили. Так, это все сделалось. Хорошо, где наши тигрули? Сейчас мы тут разберемся. А, с денежными вознаграждениями, так сказать. Так, сюда.
сюда, куда-нибудь сюда, сюда и вот сюда. Плюс нам нужны телевизоры, естественно же. А что? А, я понял. Эта фигня почему-то, кстати, не ставится. Никогда. Так. Давайте, наверное, вот сюда. А напротив такую же фигнюшечку. Где-то вот на входе. Ну, естественно же, здесь. Так, сейчас мы вот так и сделаем. И просто вот сюда подвинем. А, где-то здесь. Тут сразу можно с телевизором, чтобы не париться. Давайте вот здесь на углу. И где-то вот здесь. Ну и, естественно, здесь. А, ну и тут на входе. А, бенгальский тигр, электричество есть. Хорошо. Электричество есть. Есть. А, нет электричества. Понял. Так, привязка к поверхности, привязка к позиции. Отлично. Блин, нет электричества. Это плохо. Это плохо, что нет электричества. Здесь есть? Но здесь-то должно быть. Да. Ладно, до туда доберемся, наверное, потом. Все, здесь есть. А, громкоговорители. А, вот. Почему? А, сразу туда сразу поставим. Да. Почему бы и нет? Да господи, ты где? А, зараза. Так, бенгальский тигр. Давайте радиус. Давайте, наверное, вот такой радиус сделаем. Плюс мы его маленько подвинем. Вот как-то так. Продублируем его. Куда-нибудь вот сюда, например. А тут вот с этой стороны. Так-то неплохо. Здесь, естественно, мы на сам... Ага. Двигаем. Нет, мы двигаем вот тебя. Дайся. Не видно? Не видно. Хотя, давайте нормально сделаем. Вот, вот так вот. Так, что, пересекается, типа, да? А давайте вот тут вот централизовано, так сказать. Там нет электричества. Здесь, а здесь спокойно на телевизор можно присобачить. Ничего не видно. Электричество. Ну ладно, давайте электричество поставим, чтобы увидеть, как оно все это дело. Где-то вот так вот посерединке влупим. Все равно им это нравится. Людям. Ой, не то. Рабочие зоны. Редактировать. И вот это мы добавляем. Все, отлично. А что по вольерчику, ребятки? Ой, все отлично, все хорошо. Пространство 3000 квадратов с лишним. А, ну это вольера. А, проходим его. 200. А, так, это электричество. А лазать? А лазать где они? Есть? А, вот у них лазать есть, все. И вот здесь, по-моему, лазать у них есть, да? Они могут здесь залазать. Полазать. Хорошо. Но я бы, наверное, все же дорожку
Чё такие грустные? Ладно, так не суть важно. Мне надо, чтобы кто-то остановился. Ага, и я хочу твоими глазами посмотреть, чувачок. Ой, вообще отлично видно. Ой, хорошо вообще. Прям офигительно. Так, ну что... Ой. Ой. Сейчас поправим. С этой стороны ты я не посмотрел, как оно это смотрится. Сейчас мы тут все это дело поправим. Такс, ага. Здесь приподнимем, сдвинем. Ну, да, теперь как-то так. Блин, а тут сильно вылазит, выпирает. Ну, как-то вот так тогда. Ты что там рычишь мне, а? Тигруля. Ну-ка, замри, красавчик. Блин, ну, темновато как-то. Где? Где другой тигруля? Другой тигруля спрятался, что ли? Так, господи, пусти меня куда-нибудь. Да, вот он прятся. Так, давай, на солнышко выйди. Гад, не хочет на солнышко. Где тот? Куда тот делся? Он, кажется, на дерево залез, да? Тихо, сейчас мы его найдем. Блин, мы так его не найдем. Где второй? Где самец? А, вот он у нас куда. О, вот так. Отлично. Так, ну-ка, тихо. Да не выделяй ты мне его. Довольная рожа. Так, ну что же. Тогда теперь точно на сегодня все. С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока!